обратите внимание, что в Германии материться можно только людям с достатком, потому что за нецензурную брань соответствует штраф. Ниже приведенные примеры. Ой, блядь. За то, что я назову тебя вонючкой, с меня возьмут 100 евро. А если я назову тебя задницей, то с меня возьмут почти 700 евро. Хрена себе. За мудака 550. Это у них там даже расценки есть. Дебил, всего 300 евро, тварь 250. Ты что, слепой 150? Вы можете поцеловать меня взад 30-50 евро. Это услуга или это... Ой, простите, это за мат. Спорю, ну просто Аладдин. Блядь! Приплыл Аладдин. Не в ту Персию, а Персия в другой стране. Арабская ночь! Шикарный ворк, но он же действительно шикарный. Конечно, мы проиграли одному герою. Классный вард, иди нафиг. Если мы проиграли же... одному герою. Сколько он стоит? Блять, так, пишешь? Подожди, подожди, центр сообщества. Здесь рублей. Сообщество. О боже, не покупай. Я куплю это топовая штука, не надо тут. Саша, иди тащи, блядь. Вы тут, блин, все анимейки смотрите, а по таким каваям не угораете. Вы вообще не люди. О, вот он. 20 рубликов стоит, ребят. Покупаю. Иди на. Мало кто может устоять перед мурлыканием этого платишки. Сэм ебанулся. Нормально, классная штука. Секрет, джиггернаут 25 уровня очень больно бьет. У меня зато есть вард, который... Конечно. Ну, прикольный, блин, ну не знаю. Шикарный. Так, еще у меня боковой выводит ровно через вот столько. Думаю, к 60-й минуте нахожу. Ничего, Сэм, я уже собрал. Блять, надо через Дагон и Этернал сыграть, я уверен, это круто. Так, ребят, я хочу на Сикере сыграть с Дагоном, я хочу на Личе сыграть Керем. Еще хочу на Абадоне сыграть Керем. Потом... ЦМ-ку, может, еще в Кере соберешь? Нет, там хуйня. Лич круче. Чем это? Вообще, блядь, что за хуйня, я не понимаю. Ты заруинил катку, что ты, блядь, не понимаешь? Конечно, я заруинил. Арты, блядь, купить не можешь. Че? Блин, арты, блядь, купить не можешь. Почему это я? А почему нет? Почему не ты? Я уже купил, спасибо. Предлагаю это сделать Семёну. Слищ, ты чё? Он тоже сейчас бы мизеру предложить купил, варды купить. Него. Блин, тут этот вон видел. Только на дизоляторе. У нас что, бараков нет? С подключением. Ой. Был Керри, нет Керри. Сеня. Ебись. Я вторую игру подряд наблюдаю, как ты. Но не специально. На этом, на мейн Керри, потихоньку превращаешься в танка. Ближе к концу игры. По-моему, это намек. Саш, дай мне лес, заебал. Я не хочу на лайне, меня тошнит уже от этих лайнов. Ой, Сеня, хочешь в мид сходить? Не хочу я в мид сходить. Ну, пиздуй. Не хочу, я задумал, хочу я бы играть. Я хочу Сикера с Дагоном. Иди играть, думай на другом месте. Я не хочу с вами Сикером обошел. Думай, не герой. Ладно. Настя, пикай саппорта или кто там. Ой, блядь, мы... Не знаю. О, да, отлично. Ей, и что это? Ты я серьезно? Керри. Я Керри. Пизда. Я Керри. На-на-на-на-на-на-на. Как Да. Я фармлю, я дамажу, я замедляю, я лич, Больной ублюдок. Я знаю, что ты оценишь. А что за третий скилл? Типа стан? Что третий скилл? Ну что третий? Ну короче, ты такой ударяешь, и у них типа хп такой загорает, прикинь? Сгорает прям горит. А он раньше был? Нет, не был. А что раньше было? А раньше был Level Death. Ты, короче, подходишь к противнику, даешь ему Eternal, Level Death, он умирает. Валвы подумали, что это слишком читерно, и убрали Level Death. И вот так Doom стал бесполезен. Да, именно так. Шурик, ты... О боже, ты Керри, да? О, да, 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 ну талисман, все, я сразу понял, мне достаточно мозга набирает. Да, 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 да.
Ты понимаешь, я, короче, беру 15 скорости. Нет, 125 здоровью, потом минус 3 секунды к Фростбласту, потом 150 к урону и замедление атак. И потом собираю еще скади. Короче, сейчас увидим. Стрелу поймал. Нейтральный крит. Блять. Что, Сень, как фарм? По телефону заебись поговорил. Сука, да, он съест, блять, ебаного сатира. Мне нет второго лыва, иди нахуй. Ты в смысле, ты не взял эту хуйню? Нет. А что ты взял? Ой, ты аутист. Сеня, Сеня, смотри и завидуй. О да! О да! О да! Ты дебил. Остряк. Сенон, давай, режем, режем его! Давай, давай, давай. Блять, я просрал 200 ман на ураганчик. Сзади, 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 сзади. Шурик. Ураганчик, блять. Ураганчик, да. Это ж Сеня, блядь. Ты не ураганчик. О, нет. Ну что я постилил моего героя? В смысле застилил? В прямом, я дамага. Как говорится, лучше жопой в глаз, чем вилкой жопу. Вай. Вот, оп, нормально. А там бусты. Вон нормально, а одну тычку. Просто одну тычку. Герой просто на кончиках пальцев. Ты, брат, даже иллюзии не контролишь, иди нахуй. Начихать вообще. Она для понта стоит. Бля, синий, серьезно. Да бля, я не знаю, почему у нас в команде нет сентрей. Молодец, кого убьёшь. Кого, в крипа? Смотрите, изи килл просто отомстил. Не отдаёт врага. Да, опять не... Да откуда вас, блядь, столько? Заебало. Команда кусился. Да, во всем команда виновата, понятно. Какую собрал, блядь? Иди нахуй, блядь. Поймал в чену, сука. Нюксу не дома, блядь. Печесу, блядь. И все это в папе, да, еще? Да, и, блядь, там еще Сена ПК парнит. Пизду. Брест не войдешь, на линии не постоишь, вообще нас вешать. Ой, пиздец, ребят. Че? Как жить? Да нормально, что-то так. Нет, остался один экзамен. Как жить? А, как жить? Да. Блять, ну Найс, мне хуй знает. Иди, можешь форстав купить дядю своему на мины по форстафе, и Сашку на мины по форстафе. Там много интересного можно поделать. Я ему Сашке уже предлагал разминировать. Я уже один раз сходил. Блять, опять ебучий ремонт, ты сука! Так он стаганим, у него зеленая бомба присутствует. Саня, блин, надо его убивать, я просто не знаю, давай, как... Блин, там мина. Бля, еще Саня меня попросили, я начал смотреть. Юрий на льду, блять, наушники. Ой, зачем? Юрий на льду, а? Зачем? Я слышал об этом. Аниме. Оно гейское, блядь. Да. Ну ёбаный, просто кто знал-то? Меня не предупредили. Оно реально гейское? Я просто две серии посмотрел, там задатки такие только идут, ты всё знаешь? Слушай, по тем картинкам, что я видел, там чё-то не... Нет, там ремоут, я не понял. Обручились они. Фу, блядь. Чё, она ёбнутая, что ли, мне говорит такое посмотреть? Блядь, пизду, иди. Я думаю, двумя сериями ограничусь на ближайший месяц. Скажу, что я хочу растянуть удовольствие. А если собаки лают, вы это знаете, что, ребят, идите вон нахуй. Да ё-моё. Ну и посыл, ну вот, в общем так. Найс, добей, я тебя О, господи. Да, конечно, добил, добил! Ебать бы, Кирин, вы жёстко. Он опять взорвался, да? Уберите, блядь, Кири больше никогда нахуй играть на саппорт. Или нет? Не, ну его взорвали, а потом дали стан. Набрали Кири, играть нет, не умеете нахуй.